Дагестанские медработники успешно выполнили нормативы ГТО. Накануне на махачкалинском стадионе «Труд» состоялась 16-я республиканская спартакиада медицинских работников. Участие в ней приняли свыше 300 человек, представляющих коллективы медучреждений городов и районов республики и объединенных в 15 команд по территориальным зонам. Подробнее в следующем сюжете. На торжественной церемонии открытия участников поприветствовали представители министерства и ведомств республики. В своих выступлениях они поблагодарили медработников за то, что они не только выполняют свой профессиональный долг, но и собственным примером пропагандируют здоровый образ жизни. Всем участникам я желаю побед, хорошего настроения и большого спортивного праздника сегодня. Удачи всем! Зажигательные танцы, вдохновляющие песни и ценные подарки – все это в рамках концертной программы организаторы подготовили для участников и гостей мероприятия. Программа «Спартакиады» включает волейбол, шахматы, шашки, настольный теннис, а также нормы комплекса ГТО, метание гранаты, стрельба из пневматической винтовки, бег на 100 метров, прыжки в длину, отжимания, подтягивания и другие упражнения. Единственное министерство в Республике Дагестан, которое проводит уже 18-й раз свою спартакиаду медицинских работников. Это очень отрадно. И это, наверное, большой урок, может быть, в будущем будет многим министерствам, ведомствам, которым необходимо также проводить отраслевые спартакиады. В рамках церемонии открытия спартакиады состоялось вручение медработникам, успешно выполнившим нормы комплекса ГТО соответствующих знаков отличия. По итогам соревнований победителем среди медработников стала команда махачкалинской зоны. Второе место заняла Каспийская зона. Третьего места удостоилась Буйнакская зона. Хамза Нурмагомедов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.